Новый резидент проекта «Один пояс, один путь» — китайская компания «Zoomlion». Мировой производитель спецтехники с капитализацией в 15 миллиардов долларов. Совместно с МАЗом готов создавать большие машины на белорусских шасси. Первоначальные вложения в завод оцениваются в 50 миллионов долларов, но уже через несколько лет, по словам партнеров, оборот может быть в 6 раз больше. Мы уже сделали вот вместе с «Zoomlion» краны грузоподъемом 40-60 тонн. Мы должны уметь 70% своей продукции продавать на экспорт. Сильная сторона китайских компаний, таких как «Zoomlion», то, что они делают, уже технику подошли. Это не то, что было 5-10 лет, когда Китай говорит, ну это что-то не очень хорошее качество, в Европе там не очень и так далее. Сегодня подошли к тому, что уровень техники мировой, а цена существенно ниже. Завод должен заработать в течение 2 лет. Он станет в один ряд с еще 19 крупными компаниями, готовыми работать в Беларуси. Это планы до конца нынешнего года. Сейчас Великий Камень продолжает быстро застраиваться. Дороги, инженерные сети. В 25 километрах от Минска возле национального аэропорта практически возникает город-спутник. Узел создается как прямой путь для китайских товаров, машиностроения, фармацевтики, легкой промышленности в западном направлении. А в кооперации с бизнесом из Поднебесной белорусы рассчитывают на успех совместных товаров в Европе и странах Евразийского экономического союза.